Снова доброе утро, в эфире программа «Новый день» и время для разговоров о прекрасном. Этим утром в студии у нас прямо сейчас заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств России, обладатель многочисленных премий и художественный руководитель театра «Монстра» Сергей Павлович Федотов. Доброе утро. Доброе утро. У вас, как всегда, огромное количество новостей. Только что вернулись со 151-го фестиваля. Мы завершили фестивальный сезон очень удачно. Очень красивый фестиваль в Мелехово. Мы сыграли на дне. Это был 151-й фестиваль. И вообще в этом сезоне у нас 10 фестивалей, 15 гастрольных поездок, 8 премьер. Вот. Поэтому выполняем свои... Богато. Да, свои программы выполняем. И, конечно же, мы еще целый месяц играем. И, конечно же, в конце сезона будет сюрприз. Мы репетируем сейчас самую новую пьесу Мартина Макдонаха, которую в России еще никто не поставил, которую ждут, когда мы поставим. Эта пьеса называется «Палачи». Премьера в Лондоне уже состоялась, наделала очень много шуму. И, конечно же, сейчас вся Россия ждет, как поставит театр «Моста» «Палачей». Потом, естественно, у нас самое горячее время, мы готовимся к фестивалю. Программа уже практически готова. С 1 по 7 октября будет второй фестиваль Мартина Макдонаха. И сейчас, конечно же, самое горячее время, поскольку нужно покупать билеты, нужно бронировать гостиницы. И самое главное то, что на этом фестивале у нас еще больше иностранных театров. У нас будет 10 иностранных театров. Кого ждем в гостях? Лучшие театры из Европы с Макдонахом будут у нас. Это Румыния, это Венгрия, это Сербия. Даже ирландский театр на этот раз собирается к нам приехать. Вот, очень интересная будет программа. Ну и, конечно же, мы в театре также готовимся к набору. Все готовятся к экзаменам? И вы, конечно, и вы тоже. Конечно, я тоже готовлюсь. Через месяц будут экзамены, вступительные экзамены на актерский курс, который я буду набирать. Вот. И сейчас каждый день кто-нибудь приходит, звонит, спрашивает, консультируется. И, конечно же, это будет курс особый, курс, который будет учиться в институте, но он все профессиональные дисциплины будет проходить в театре «Умост». Более того, с первого же курса, я думаю, они будут заняты в спектаклях, они будут уже сразу готовы к профессиональной деятельности. Вот, поэтому мы сейчас, в общем, готовимся и к фестивалю, и к набору, и, конечно же, все ждут премьеру «Палачи». Расскажите немножко о ней. Есть уже какая-то возможность нам заглянуть за кулисы? Нет, мы никак никого не пускаем. Пьеса очень интересная, очень странная, и даже для самого Макдонаха очень экстремальная. Вот. Но могу сказать, что премьера в Лондоне прошла просто с феноменальным успехом. И еще такая информация очень интересная, что это пьеса по реальным событиям, по-настоящему. Угу. Это все было на самом деле. Вот. И, конечно же, сейчас и те, кто приедут на фестиваль, они тоже все пишут, звонят, им тоже интересно. Театр «Моста» когда поставит «Палачей»? Вот, в конце. А во время фестиваля вы их будете конечно, показывать? Конечно, будем открывать фестиваль «Палачами». Угу. Да. То есть премьера будет в конце июня под занавес сезона? И потом в октябре. То есть открытие сезона и закрытие будет ознаменовано премьерой самой новой пьесы «Макдонах». С нетерпением ждем. Спасибо большое, что нашли время к нам заглянуть и поделиться последними новостями.